Зарабатывая монеты в FIFA Ultimate Team, вы сможете покупать уникальные наборы игроков и предметы, благодаря которым вы становитесь сильнее. Существует много способов приумножить ваши монеты, поэтому начнем с простейшего. Зарабатывайте монеты, играя в матчи. В режимах FUT вы будете получать монеты в конце каждой игры, вне зависимости от того, закончится ли встреча вашей победой, поражением или ничьей. Но не забывайте, что побеждая, вы получаете намного больше монет, а победа в турнире или завоеванные призовые места и титулы — это гарантия хороших бонусов. Чтобы подробнее узнать о наградах в каждом режиме, откройте информацию о сезоне или перейдите к списку турниров. Ваше выступление во время матча также влияет на количество заработанных монет, поэтому важно проводить матчи на хорошем уровне. В игре есть специальный множитель незавершенных матчей, который умножает ваше общее количество монет по окончании каждого матча. Множитель будет расти, если вы будете доигрывать каждый матч до конца. Но если вы решите выйти из игры, не доигрывая матч, множитель уменьшится. Поэтому лучше побороть в себе желание покинуть проигрышную игру и постараться выдержать все 90 минут. Кроме того, вы можете приобрести усилители FAT Coins Boosty из каталога в главном меню. Если вы хотите заранее подготовиться к началу блестящей карьеры в FAT, перейдите на трансферный рынок и ознакомьтесь с ценами интересующих вас игроков и предметов. Скорее всего, эффективнее будет потратить немного времени, чтобы найти нужного игрока, чем ждать, пока он попадется в одном из наборов. Но заработать много монет можно и благодаря грамотной торговле. Как говорят на Уолл-стрит, покупайте дешевле, продавайте дороже. И последнее, но не менее важное, если вам нужны дополнительные монеты, обращайте внимание на предметы игроков, которые быстро распродаются. Не забывайте заходить на трансферный рынок перед продажей редких предметов. Они могут оказаться намного более ценными, чем вы думаете.